И далее в выпуске коротко о других событиях города и области. Смертельное ДТП произошло вечером 18 ноября на трассе Харьков-Симферополь. Автомобиль ВАЗ не выдержал дистанцию и столкнулся с Мерседесом, сообщают правоохранители. В результате ДТП 37-летний водитель ВАЗа погиб на месте происшествия, а его пассажир госпитализирован. Дождь и слякоть послужили причиной еще одного ДТП. Сегодня в районе улицы Богдана Хмельницкого перевернулась легковушка, сообщают пользователи соцсетей. По словам очевидцев, пострадавших нет. Горожане призывают водителей быть бдительнее за рулем. На сайте президента Украины зарегистрирована электронная петиция об объединении Запорожья и Харькова с украинскими территориями Донецкой и Луганской областей. Документ зарегистрировал некий Владимир Галушко. По его словам, из-за того, что в стране 25 областей, ими сложно управлять. Пока петиция собрала только 23 подписи. Чтобы ее рассмотрел президент, подписи должно быть 25 тысяч. Двое жителей поселка Великая Белозерка провалились в 25-метровый колодец. Происшествие произошло вечером. Отец и его 16-летний сын не заметили колодец. Спасатели вытащили пострадавших с помощью лестницы и веревок. Медики диагностировали у них переломы различной степени тяжести, однако жизни потерпевших ничто не угрожает, сообщает в ГСЧС.